система очистки, то есть сюда входит грязная вода, выходит из нее чистая. По качеству она как прудовая вода, без цвета, без запаха, которая пригодна либо для повторного использования, там, для технических целей, либо для отведения. В данном случае используются компрессора фирмы Hiblow японского производства. Как известно, эта фирма является разработчиком мембранных компрессоров. Этот компрессор является самым надежным, который сегодня производится в мире. Достоинство данной системы – это отсутствие переключающих элементов. То есть все работает в одной фазе. Был применен Ротен-гентрификатор специальной конструкции, где организовано вертикально-круговое движение воды с активным мылом вокруг заглубленного вторичного отстойника, что позволяет нам получить зону с различной концентрацией кислорода, то есть где происходит и нитрификация, и денитрификация одновременно. Плюс отсутствие накопления осадка под отстойником. Достоинством данной системы является также AirLift с гравитационным клапаном, который при понижении уровня затыкает вот заборное отверстие, а при повышении уровня в приемном резервуаре он автоматически открывается, всплывает и начинает перекачку жидкости. Эта конструкция лифта позволяет его без труда обслуживать и при необходимости очищать. То есть он легко, без отсоединения каких-то шлангов, вытаскивается, стряхивается и после этого устанавливается на место. То есть предельно упрощена процедура его обслуживания. Все загрязнения, которые попадают в воду, они скапливаются в виде ила в стабилизаторе, да? Стабилизируются в аэробных условиях и периодически, там, раз в 3-6 месяцев, небольшое количество откачивается. Причем удаление его не представляет труда, так как он в жидком виде. Достаточно просто снять заглушку шланга и подставить ведро. С установки, с кубовой установки, это получится где-то порядка 8 ведер жидкого ила, которые являются прекрасным удобрением. Часть очищенной воды накапливаем перед сбросом в отдельную емкость, являющуюся также дополнительным отстойником. И автоматически по таймеру на несколько секунд она включается и промывает основные элементы системы. Вот. При этом как бы промываются AirLift'ы и вторичный отстойник, выход с вторичного отстойника. Ну, то есть все жизненно важные элементы для работы системы. И на сегодняшний день, я считаю, это является, в принципе, самой совершенной системой для очистки фекально-бытовых стоков.